отсняла отдельное видео вам. Мозаичный дворик. Денис меня спас. Подключили. Представляете, уже все садится телефон. На это маме кое-что снимаю. Он взял, знаете, что, пауэрбанк от того, что вот он купил мне машину заряжать. И... Короче, он мощный. Он сейчас я иду, мне он в сумке лежит, и провод болтается, и телефон заряжается. Вон, смотрите, вот с этой стороны тоже все дом внизу отделан. А, вот еще смотрите, что здесь. Я не знаю, где он, но это, наверное, центральный культурно-досуговый комплекс. Ух ты! Тоже прикольно, да, так? А, смотри, это еще подсвечивается вечером. Ну, понятно, это он сделал под этих. Как они называются? А, интерактивный проект «Музей под открытым небом. Санкт-Петербург. Олимп культуры». Со сложным художником России Лубенко. Вот, видите? А, смотрите, лепнина тоже, да, видишь, Денис, эти? Как они, Аполлоны или как они называются-то? Титаны, титаны, господи, Аполлоны. Атланты. Атланты, вот. Ну, не знаю, дойдем мы до них или нет. Я не очень люблю туда ходить. Студия «Вулкан. Малая академия искусств». В общем, вот так. Приходите, кто будет в Питере, мало кто знает об этом месте. Такая вот интересная тут есть. Ой, божечки, божечки. О, ничего себе, тут еще можно разгуляться. Из мозаичного этого дворика. И вот это фонтанка. Это фонтанка, река. И решили все-таки поехать в буддийский храм. Вот здесь на фонтанке, когда разлет мостов есть, вот здесь кораблики проплывают, ты проплываешь вот здесь, в эти туннельчики. Решили все-таки поехать в буддийский храм, ехать туда долго, и мы решили поехать на автобусе. А, ну так, прокатиться. Время у нас есть. Иначе, когда еще съездим, как говорится? Потому что обычно приезжаешь с какой-то программой, еще что-то. Чайки. Рут. Вот. Короче, о, катерочек, не катерочек, а моторная лодка, вот катерочек. Вам не видно, я говорю, вам не видно. В общем, Петропавловская крепость, да, Петропавловская же. Слушайте, я могу, да, в каких-то названиях ошибаться, честно. Это ресторан, вот она, Петропавловская, по-моему. Этот остров, как-то он называется. В общем, вы меня поняли. Вот, мы сейчас на автобус проедем и съездим. Рано еще. Он здесь открывается. Может, пока мы доберемся, время есть. Оттуда, может быть, на... Не знаю, не хотелось бы такси. Это Троицкий мост. На такси не хотелось бы, но, может быть, поедем. Ураки-реки-раки. А я вот не помню. По-моему, Троицкий мост тоже только один пролет поднимает боковой. Он подсвечивается красиво. А, нет, или центральный. Вот честно, не помню. Может быть, он только боковой поднимает. Какие тут дороги мостовые. Денис говорит, неровные тут дороги. Хотели за руку взяться. Он говорит, тут неудобно. Мы как эти, перекати поле туда-сюда. А вот это парк, видите, это летом. Ой, сейчас вам не видно. Теперь очень красивый забор. Это, ну, живая изгородь, такой лабиринт, типа лабиринта. Если я не ошибаюсь, у него вход, по-моему, начинается от Спаса на Крови. Там входишь, там продают жареные каштаны сразу. Раньше только питерская фигня была. Ну, как бы фишка, фигня. Питерская фигня, фишка. Вот, а вот сейчас, здесь же тоже, а вот это, наверное, мойка, река. Я, кстати, где-то там сказал Немовский, а Денис говорит Невский. Я что-то Немовский. Да, здесь, наверное, мойка. Сейчас посмотрим. Это вокруг вот тот же дворец, кто? Вот. Какой там фонтан. И вокруг него как эти проходят. Я не помню. Здесь мы тоже, по-моему, плавали. Дворец Павлова. Я не помню, зовется в дворцах, мне здесь сложно. Сказать, вон там кунсткамера. Не знаю, за. Вон кунсткамера, видишь, впереди. Вон белый дом, да. И на нем этот. Это я тебе могу сказать. А вот какие-то такие нюансы. Справляюсь, это не река, это ров.
Да, ну, точно все, договорились. Хотя я вас ввела в заблуждение. Этот парк не относится к Спасу на Крови, судя по всему, потому что Спас на Крови вон там. А вот это Марсово поле. Да, это Марсово поле, здесь вечный огонь. И мы когда ходим, гуляем здесь, вот и одно из маршрутов, только мы приходим вон оттуда, с Невского. Вот. Да, все, точно, я поняла, где мы. Вы знаете, если у меня такая черта, я хожу, короче, не могу одуплиться, потом раз такой, о, мы вот здесь. Все, мы ищем автобус. То есть я исправилась. Блин, скажешь, что я не правильно? Вон он, видите, купол торчал. Мы сходим в Спас на Крови, мы сходим обязательно, потому что я очень люблю это место. Дон у меня, конечно, еще тот. Настоящего туриста питерского. Ну, после поезда хорошо хоть так выгляжу. Мы уже минут 10 стоим, ждем автобус. И вообще непонятно, приедет он или нет. Зато мы любуемся на Марсово поле, это прикольно. На Спас на Крови. Ну, Марсово поле. Машин достаточно. Сколько времени было? 8:37. Воскресенье. Прилично так машина катается. Я просто знаю, они вообще здесь ходят, не ходят, не ходят. Стоим, ждем что-то. Причем ни трамваи не проходят, ни автобусы. Один трамвай, да, прошел за это время. Все, мы в автобусе едем через Троицкий мост. Станция метро Горьковская. Прямо сейчас такие юнчат, обсуждаем, где нам выходить. Так красиво. Не видно. А мы ее, получается, не дошли. Большая. Доехали до метро Черная речка. Здесь военно-морская академия. Вот это, кстати, она, по-моему. Да. Ну вот, это здание. Сейчас нам нужно пересесть. Мы ехали на 46-м автобусе, если кто-то захочет. Так же, как мы путешествовали от Марсового поля. Но вы видели, где мы стояли. На 46-м автобусе до метро Черная речка. Проезд стоит 65 рублей. Можно оплатить прям там картой, что очень круто. И... метро, я вам говорила, да, 70, автобус 65. Я не знаю, в Москве у нас тоже такие цены. Мы с Лисом ездили на МЦД, 94 рубля в одну сторону, и за два их платили. Я еще сказала, дорого. Я не знаю, хотела сказать, я знаю, сколько бензин стоит. И то не знаю, но 50 с чем-то. Вот. Кстати, сегодня верное воскресенье, всех с праздником, мои дорогие. Значит... сейчас нам нужно на 211 автобус. Но если вдруг кто-то там, знаете, будет смотреть мой влог, такое чудное мгновение, кто-то такой, и решит так же пропутешествовать, то маловероятно, но все же, кстати, везде мостовая. Вот, нам сюда, наверное, да? Питерские подземные переходы. И мы же, кстати, кушать хотим. И нам дальше. Я вам позже скажу, куда-куда. Булочки, пекарня. Был такой. Да пошли вы все, обойдете. Привет, друг. Как ты? Как тут у вас? Нормально все? Может, кому в Москву привет надо передать? Видите, какой у них торговый дом. Красиво. Черная речка, вот она, метро. Я думаю, что мы обратно, да, через метро дорогу. Ну, я, знаешь, я хочу доехать, попробовать до площади Восстания опять. Там дойти до гостиницы, бросить рюкзак. Ну, вот это здание прям видно, по-моему, эсэровской постройки. Не знаю, как у них тут к остановкам ходят. Ты смотри, той... А, вон, 211-й, да. Ага, я вижу. Вот метро. Так, ну понятно, да, остановки питерские, все такое. Хочу вам показать такие трамвайчики симпатичные, милые. И громкие. Как бы мы ради этого сюда приехали, в буддийский храм. Ну, наверное, там внутри интересно, но просто до открытия 40 минут. Мы думали, что мы где-то здесь, может быть, поедим. Это, я так понимаю, ну, как это, спальный район, да, наверное, Питер? Я здесь никогда не была. Окраина, да. Но, как бы, ну пойдем хоть дойдем туда, к нему поближе. Ну, знаю, ну а что делать, ну уже приехали. Надо идти. Ну, какие-то новостройки. Поближе.
Нет, он работает. Я уверена, да, хоть по кругу обойдем. Музыкальные инструменты зато можно рядом купить. Вот видите, там какие-то тряпочки, висюлечки у них тут. Ну, народ подъезжает, видишь, на парковку, открытие ждет. Ну, короче, как-то так. Ну, ладно, съездили и съездили, ничего страшного. Зато прокатились, посмотрели много чего. Да, он закрыт. Здесь вход. Видишь, они бутылки собирают пластиковые. Подозрительный сбор вещей. Ну, я думала, кстати, я его специально не смотрела там ни на фотографиях, нигде. Я как-то думала, это более масштабно. А, вон. Это 6 тысяч шагов прошло. 6 тысяч шагов прошли уже? Ой, вот там эти... Как их называют? О, ну с этой стороны он красив. Барабаны, да, это называется? Вон там люди входят. Жилой дом при буддийском храме для лам и паломников. Построен в 1909-1910 году. Архитектор Барановский, 2007 год. А, вон вход. Мы сейчас войдем, да? Ну, ну ты что, Зай, хватит. Деятелям новой культуры, жильцам и гостям дома. Бадмаев, Баради, Барченко. Короче, здесь это вот там лама, что-то монгольский литератор. Пойдем, да, посмотрим. Не, ну мы просто не с той стороны зашли, поэтому так расстроились. Ну, люди пришли, ждут барабаны. Смотрите. Он приглашает, смотри. Пойдем, зайдем. Красиво. Так здорово. Там свечки. О, Денис еле открыл. Ой, мамочки, у меня прям какое-то волнительное состояние. У нас нет 10 рублей. Внутри снимать нельзя. Вот так. А вот это еще закрыто. Я бы что-нибудь купила себе. Там нельзя, естественно, снимать. Но знаете, я сейчас под таким впечатлением ко мне подошел мужчина, который вот там работает. Он... Как это назвать, Зай, правильно? Нет, он... Не... Ну, он такой... Ну, я здесь давно работаю, уже год такой. Вот, он, короче, мне начал все рассказывать, как это делать, что. Я говорю, вы знаете, мы сейчас, к сожалению, идем, у меня сейчас молитва начинается, люди заходят, молятся, они знают, как... А мне, ну, неудобно, я не знаю всего этого. Вот. И он мне говорит, подойди, напиши записку, чтобы было легче. Он будет молиться, попросит. Ну, там... В общем, он такие вещи мне говорил, именно мне. То есть народ заходит, выходит, а он мне все рассказал, как выходить правильно в храм. Пригласил нас, приходите еще. И мы уходили, он мне говорит, я буду молиться за вас. Я прям так что-то... Он как-то вот какой-то такой... Так, не знаю. Я сейчас... Я люблю, ну, такие знаки какие-то. Ну, как-то вот мне тепло. Мне тепло, мне хорошо. И не просто так я приехала к этому месту. Мне было очень неловко, что я не знаю, но он мне все объяснил. Люди заходят, я видела, очень красиво внутри, ярко все, торжественно. Сейчас там рис у них замочен стоит, что-то еще. Рассказал, как подношение, как что-то молоко где выливать. И вот он говорит, а в 12 раскрывается кухня, бурятские, что-то там. Начал рассказывать мне все, такой он прям милый, добродушный. Ой, прям тепло на душе стало. Я ему тоже пожелала добра. Успела сегодня, это вообще супермаркет «Толстая мама» называется. Просто боги названия. Здесь живут. Газовое оборудование. Тут прям можно это, 85.